битву. А ты знаешь, что в горе есть? Вали отсюда, приятель! Скользкий ты какой-то остается мне. Что ж, молитва? Кошачья морда. А нашли еще один страшный. Ну и ну, видимо. Это последний этап. Кошачьи глаза. Это знак дьявола. Мы знакомы? Доброго вам дня. Куда? Предание.
Шевелись, плотва. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. На. Ну что, паскуда? Yeah.
Покажи, что умеешь. Гнездо гнильцов. Нужно его уничтожить. Ну что ж, как угодно. Thank you.
Давай!
проход в нору Накеров.
Повешу твою башку у седла. Здесь гнездятся гарпии.
Вперед, плотва! Но! По сниженной цене. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. А ежели кто не помнит прежних уговоров, пусть сожрёт его змея. Дракон ужасный, если не глава. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа? А за работу выправлю вам скидочку. Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. Я думаю, ты дашь мне скидку просто так. Да, прекрасная мысль. Будет тебе скидка. Так-то лучше. Приятно иметь с вами дело. Иди своей дорогой. Хватит мне клиентов распугивать. Ежели кто не помнит прежних уговоров, пусть сожрет его змея или страшно высокая божья. Так не я ее установлю. Не хочу я в это верить. Так ведь это вы помните. Кто нас, бедных людей, от этих головорезов защитит? Мы бы и договорились как-нибудь. Можно и попробовать. Только вот не сухую. А зачем? Чего тебе? Работа у меня для тебя есть. Я так понимаю, ты ж ведьмак? Что нужно? Чтоб мои люди спокойно дело закончили. А то здесь одни трупоеды. Избавься от них, так мы с тобой что найдем, поделим. Согласен.
покончим с этим! Ловко ты справился. Вот твоя доля. Этого только пара кров. Идите себе. Сейчас у меня хребет пополам треснет. Только успеть смотаться до